Красная дорожка, камеры, молодые кинематографисты. В Алматы прошла церемония открытия международного детско-молодежного кинофестиваля «Мечтатель». Дети и подростки из 39 стран отправили работы и теперь ждут показа своих картин. Иван Каримов мечтает стать актером и режиссером. Парень участвует в кинофестивале впервые, поэтому приехал из Петропавловска посмотреть свой фильм на большом экране со всей семьей. 14-летнему таланту удалось снять боевик с элементами комедии в домашних условиях. Как такового сюжета у него не было. К нам приехали гости, и мы начали снимать. Ну, мне нравилось, я захотел снимать. И вот по ходу развивалась просто идея фильма. Мы снимали с семьей на мамину камеру. Это уже четвертый кинофестиваль «Мечтатель». В этом году в нем участвуют 707 молодых кинематографистов, в том числе и дети со всего Казахстана. В этом году очень много таких артхаусных работ, очень сложных, философских. Есть такие комедийные жанры, то есть ребята пробуют себя. Есть даже фильм «Нуар», который снимали подростки. Ну, то есть на самом деле это здорово, когда они не боятся каких-то ограничений, и они стараются по-всякому свое направление преподносить, свои жанры. Есть очень много социальных роликов на тему экологии, на тему инклюзии, на тему дружбы, одиночества. Ну, то есть это то, что волнует детей сегодня. Смотреть присланные работы члены жюри будут 4 дня, а имена победителей назовут уже 30 июля. Лейла Ярьешева, Дидар Елеу, КТК, Алматы.